6 школ и 1 детсад Байконура передали нашей стране. Мажилис одобрил ратификацию соглашения между правительствами Казахстана и России о передаче образовательных учреждений Байконура. Таким образом, с 1 сентября обучение в них будет вестись по казахстанским стандартам. Новшества будут введены в действие с нового учебного года. Мы деньги заложили, создали специальную рабочую группу, которая будет работать по переходу. И также рабочая группа, которая будет передавать имущество. То есть имущество этих школ безвозмездно передается казахстанской стороне.